ресторанный бизнес – это бизнес мелочей. И для того, чтобы учитывать каждую мелочь, я постоянно развиваюсь. Если учиться, то учиться у лучших. Я учусь у Радислава Гандапаса, и я буду на его тренинге «Харизма лидера». Встретимся там. Прими участие в самом грандиозном событии года в сфере бизнес-образования. Номер один в 12 странах. Самый востребованный бизнес-тренер в области лидерства, харизмы и ораторского искусства Радислав Гандапас. 28 октября в Кишиневе. Radisson Blu. Информация на сайте gandapas.kmb.md или по телефону 067-482-067. Раскрой в себе харизму лидерам.